Меня зовут Саша Грей. Я снималась в фильмах для взрослых с 18 лет. Когда мне было 17, я закончила колледж и стала работать в полный рабочий день. Я заинтересовалась порно из-за моего католического воспитания. Моя мама говорила, никакого секса до свадьбы. А отец со старшим братом предупреждали, что парни могут использовать меня для своих сексуальных утех. Поэтому у меня было два противоположных представления о сексуальности. Очень традиционный взгляд на секс и более реалистичный, особенно для нынешнего поколения. Я смотрю на вас, судя по всему, большинство из вас моего возраста, чуть помладше, чуть постарше. Возможно, более циничный взгляд на сексуальность позволяет быть чуть сильной в реальном мире, особенно сильными мужчинами. Это позволяет видеть правду, а не смотреть на мир и то, как все в нем устроено, через розовые очки. Мы не живем в сказке. Ни одна девушка никогда не станет Золушкой. Я думаю, что это важно – делиться знаниями, учить молодых женщин тому, что они должны иметь то, что заслуживают. Быть с человеком, который уважает себя, но при этом быть независимой и гордиться собой. Не нужно полагаться на этот идеал, быть матерью, быть женщиной, которая делает все для своего мужчины. Нет, лучше найдите что-то, чем вам нравится заниматься. Я не хочу быть предвзятой. Есть женщины, для которых материнство – это и есть смысл жизни. Это делает их счастливыми, это тоже хорошо. Но для таких людей, как я, которые снимаются в фильмах для взрослых, а я люблю смотреть порно, наверное, как и любой из присутствующих, я почувствовала, что в фильмах для взрослых чего-то не хватает. Естественно, я получаю удовольствие, когда смотрю порно, как и вы. Но я не получаю интеллектуального наслаждения, нет психологической стимуляции. Я хочу видеть что-то эпичное, наподобие порно-версии «Титаника». Ну, вы понимаете, художественный фильм. Тут мы подходим к самой сути. Я все еще уверена, что есть способ более мощно воздействовать на аудиторию. Не просто дать физическую стимуляцию, но сделать так, чтобы впечатления от фильма остались надолго, даже если видео длится 5 минут. Может и 30 секунд хватить. Вообще, если говорить об индустрии взрослых фильмов, то я хочу поменять их структуру, то, как устроен этот бизнес. Конечно, его не изменить за одну ночь. И лучший способ сделать это – использовать свое тело. Я также хотела сломать стереотип о женщинах в фильмах для взрослых. Многие считают, что там снимаются девушки-жертвы, сидящие на наркотиках, или несчастные, пытающиеся привлечь к себе внимание мужчин за счет своего тела, блондинки с ненатуральными губами и грудью. Все это штампы современной западной порнографии. Я хочу бросить вызов этим стереотипам и абсолютно отличаться от них. Я также хочу исследовать границы своей сексуальности, а это исследование большинство людей считают греховным. Они демонизируют многие вещи. Десад мог быть полностью безумным, но его 120 дней Содома совершили революцию. Революция началась с одной книги, и это действительно вдохновляет. Его идея сексуальности, я не цитирую дословно, в том, что не существует морали, нет шкалы, что хорошо, а что плохо. Кто в этом мире Бог? Кто может судить, что обычный секс с женой – это хорошо, а анальный секс с ней – это аморально? Суть в том, что о сексуальности не нужно судить как о хорошей или плохой. Не нужно навешивать ярлыки на наши желания и сексуальные интересы. Но сейчас на дворе 2013 год, а мы все еще задаемся теми же вопросами. Поэтому то, о чем меня попросили выступить с этой лекцией. Я думала о женщинах в поп-культуре. Я занята в бизнесе, который, по крайней мере, если говорить о киностудиях, обо всей его структуре, управляется мужчинами. Женщины заставляют этот бизнес работать, а мужчины получают деньги. Я пришла в бизнес, не очень разбираясь в денежном вопросе. Я была увлечена искусством, но тем не менее я понимала, что я продукт. Вот как эта вода, я продукт, который должен быть продан. И я нормально к этому относилась. Когда меня попросили прочесть эту лекцию, я думала о других женщинах в поп-культуре, о певицах, актрисах. Мне странно, и это неловко говорить о самой себе в таком ключе. Но стремясь изменить кинобизнес, я косвенно стала частью поп-культуры. Я не знаю, как это произошло. Во многом это произошло благодаря трудолюбию и стремлению достичь цели. Было время, еще до того, как я прекратила сниматься в порно и занималась музыкой в свободное время, а порно было моей основной деятельностью, там я зарабатывала большую часть денег. Так вот, было время, когда я искренне думала, что могу совмещать искусство и зарабатывание денег. Я думала, что я смогу со всей искренностью заниматься искусством, а для меня искусством была игра в фильмах для взрослых. Хотя по-настоящему у меня это никогда не получалось. Я действительно ощущала, что весь мир у моих ног, что я могу создавать свое искусство и при этом зарабатывать на жизнь, и в итоге стать продуктом, создать что-то постоянное, что будет длиться. Я не знаю, называйте это цинизмом или усталостью, но я больше не верю в это. Сначала появилась возможность бесплатно скачать музыку, потом порно и традиционное кино. По большому счету,
сейчас большинство интеллектуальных продуктов подвержены пиратству. Мы возвращаемся к временам, когда ощущается недостаток артистов. У нас нет людей, готовых сражаться, чтобы достичь своей мечты. У нас нет больше рассказчиков. Я не знаю, читал ли кто-то из вас замечательный текст, который был опубликован 2-3 недели назад. Стивен Содерберг spoke about the state of cinema in San Francisco. Стивен Содерберг говорил о состоянии дел в кино. Он выступал с речью о положении дел в кино на Международном кинофестивале Сан-Франциско. Вы можете прочитать его речь онлайн. Он говорил о состоянии кино. Я начала задумываться о моей ответственности. У меня не было предубеждения против съемок в порнофильмах. Я хотела добиться перемен. И теперь я вижу всех людей, собравшихся в этом зале, которые хотят услышать то, что я хочу сказать. Это огромная ответственность, но в то же время мне это очень приятно. Я думаю о том, как много женщин, которые находятся в моем положении, примерно одного со мной возраста, как они справляются со славой, с известностью, а мне не сравниться с ними в уровне славы и популярности. Они могут быть певицами, могут быть актрисами, но в чем заключается их ответственность? Когда они начинали карьеры певицы или актрисы, представляли ли они, что они станут теми, кем стали? Я никогда не могла предположить, что окажусь здесь. Если честно, я начинаю волноваться, потому что чувствую, что на мне лежит огромная ответственность. Я смотрю на некоторых поп-идолов, которых осуждают за многое. Я смотрю на них и думаю, что они дают обществу. Каков их вклад, кроме извращенной идеи, я должна продать себя как сексуальное существо, но я не должна говорить о том, как быть сильной, волевой, независимой женщиной. То есть они продают сексуальный образ, но не обращают внимания на положительные стороны сексуальности. Она формирует уверенность в себе. Вы поддерживаете свое тело в хорошем физическом состоянии. Я думала начать эту лекцию с разговора о женщинах и их ответственности, но эта тема заставляет меня думать о более глобальных вопросах, состоянии поп-культуры, песен и о том, что сейчас все основано на бизнесе. Я думаю, кто мои герои? Жан-Люк Годар. Он мог дать директору студии сценарий. Я собираюсь снимать вот это, чтобы получить финансирование для своего фильма. И часто он снимал в итоге совершенно другой фильм. Содержание фильма, который мы в итоге посмотрели, и сценарий, который он показывал на студии, чтобы получить финансирование, это абсолютно разные вещи. Это дух, это энергия рок-н-ролла, эти идеалы, будь то производство фильмов или музыки, они совершенно исчезли. Во многом то, как устроен кинобизнес, все начинается со сценария. Возможно, компания купила сценарий у какого-то никому неизвестного писателя из маленького городка, которого никто не знает. Либо наоборот, сценарий купили у одного из лучших сценаристов в городе. А дальше студия оценивает свои бюджеты, смотрит, чем готовы рисковать, а чем нет. И когда решение принято, они находят какого-нибудь парня, который снял от силы один фильм в колледже, и говорят, давайте возьмем его и сделаем его великим режиссером. Они раздают интервью, показывают нам трейлеры. Эминем одевается железным человеком, хотя нет, это очень плохой пример. Они создают продукт из фильма еще до того, как фильм вообще выпущен. Кино – это не то же самое, что бутылка воды или упаковка чипсов, которые вы покупаете за 99 центов. Меня действительно расстраивает, когда к фильму относятся как к продукту. Это уничтожает искусство. И вновь я возвращаюсь к разговору о кино и музыке, потому что сейчас это главная для меня тема. Все завязано на коммерции. Студии будут приглашать молодых режиссеров, потому что если фильм провалится, это не вина студии. Это у режиссера нет таланта. Мы обвиним его. И так во всем, что касается кинопроизводства. Человек может вообще не иметь навыка принятия решений. Большинство фильмов он видит в кино, и эти фильмы были одобрены на нескольких тестовых показах. Я уверена, что все в этом зале смотрели фильм «Мальчишник в Вегасе». Ну, как минимум 95% присутствующих смотрели «Мальчишник в Вегасе». Это отличная комедия, очень смешная. Одна из лучших комедий за последние 10 лет. Как бы то ни было, я думаю, было бы круто, если бы в конце фильма жених был бы найден мертвым на крыше того отеля. Мне кажется, это было бы смешно. Меня достали хэппи-энды. Жизнь тяжелая штука. Я привела вам хороший пример. Вот такой отличный фильм, как «Мальчишник». В нем есть все, что нужно. Известно, что с вероятностью 80% этот фильм сорвет кассу, потому что проводились тестовые просмотры. Мы не можем убить любовь. Жених – главный герой. Если мы убьем его, как мы снимем сиквел? Так уж устроен наш бизнес. А потом нам еще и третий фильм снимать. Допустим, тестовые просмотры прошли хорошо. У меня есть друг, он пишет сценарий комедии. Он написал множество сценариев фильмов, которые вы, ребята, наверняка видели. И вот он написал новый крутейший сценарий. Все в городе, в Лос-Анджелесе я имею в виду, только и говорят об этом сценарии. Несколько студий дерутся за право снять по нему фильм. Вы видите, я не случайно зову друга хорошим писателем.
В фильме собрали лучших актеров. На студии решили, я не хочу называть имена, дайте-ка мне подумать, как рассказать об этом случае и не похоронить весь проект. Так вот, почему они пригласили сниматься одного из актеров? Они увидели, что у него почти 1,5 миллиона фолловеров в Твиттере. Они поняли, это отличный ход. Если хотя бы 1 миллион его фолловеров заплатят по $10 за билет, они отобьют деньги, проблем нет. Они сняли фильм, начали тестовые просмотры, затраты взлетели до небес, переснимать часть сцен никто не хотел. Фильм был хитом на бумаге, это был фильм-бомба, но когда он вышел в прокат, то провалился. И кого обвинили? Режиссера. Человек, о котором только и говорили 6 месяцев до премьеры, с тех пор не снял ни одного фильма. И это проблема. Говорим ли мы о фильмах или о музыке, в обоих случаях мы так боимся идти на риск. Мы слишком озабочены тем, чтобы у нас была еда на столе и крыша над головой. Прошли те дни, когда артисты снимали фильмы или писали музыку, потому что они любили это делать. Многие говорят, что в этом виновата публика. Публика диктует, что привнести в этот мир. Для многих продуктов это справедливое требование. Но у меня есть подруга, ее зовут Челси Вульф. Для меня она главный пример одного из последних настоящих артистов. Она творит. Я говорю это не потому, что она мой друг. Она пишет музыку, которая по-настоящему важна для нее, а не потому, что она пытается упаковать себя как поп-звезду. Она не старается презентовать себя в определенном ключе. Она только стремится расти и становится лучше в той сфере, где она себя комфортнее ощущает. У нее есть все необходимое для жизни и карьеры. У нее есть менеджер, есть лейбл, она ездит в туры, при этом она сохраняет свою артистическую целостность. Но как много людей в этом зале знают Челси Вульф? И это по-настоящему грустно. Это наполняет печалью мое сердце. Это пример того, как распространяется информация. Она распространяется очень быстро, и мы больше не заинтересованы в качестве. Недостаток самобытности – в этом виноваты мы, публика. Где-то 2 недели назад я была озабочена вопросом своей ответственности, тем, что я должна отдавать миру. Но как насчет ответственности публики? Какой вклад мы можем сделать? Что мы могли бы изменить? Я не знаю, есть ли у кого-то из вас ответ на этот вопрос. Я действительно не знаю. Я не хочу жить прошлым, но я верю, что еще есть на свете подлинные музыканты. Я по-прежнему верю, что существуют настоящие режиссеры и актеры. Просто мы должны приложить немного больше усилий, чтобы найти их. Когда я думаю о своей ответственности, о том, что я могу дать миру, моей публике, моим фанатам, я чувствую, что достигла малой части своих целей в своей предыдущей карьере, перед тем, как ушла из порно, а потом я ушла в традиционное актерство и музыку. Я думаю, это здорово, что то сообщение, что я стремлюсь донести, все еще длится. Это делает меня по-настоящему счастливой, но я хочу продолжать отдавать. Мне кажется, я потому сейчас так увлечена продюсированием, что я хочу отдавать другим артистам, открывать артистов, за которыми не стоят 1 миллион фолловеров в Твиттере. Я думаю о режиссерах, таких как Фрэнки Латино из штата Милуоки или Висконсин, который обратился к моему менеджеру с предложением снять меня в своем фильме. Я погуглила его имя, информации было немного. Он снял небольшой малоизвестный фильм с Марком Борхартом и Дэнни Трехом. Вы, скорее всего, знаете Дэнни по «Мачете», и вообще он снимался во многих фильмах Роберта Родригеса. Я люблю Дэнни Треха, я была в восторге, класс, он снял фильм с Дэнни Трехом. Вот это по-настоящему круто. Я выросла на фильмах с Дэнни Треха, он один из моих самых любимых характерных актеров. Я сказала, окей, может быть, никто не знает, кто такой Фрэнки Латино, но кажется, у него неплохие фильмы. Пришлите мне копию, я хочу посмотреть его фильмы. Не могу же я судить о человеке, основываясь только на том факте, что его никто не знает. Я посмотрела этот небольшой фильм под названием «Модус операнди», то есть «Образ действия». Этот фильм, в который каждый увидит множество отсылок к приемам других режиссеров. Они проходят через весь этот короткометражный художественный фильм. Я осталась под впечатлением. Фрэнки самостоятельно финансировал этот фильм на деньги, которые он заработал за последние 4,5 или 5 лет. Он снял тот фильм меньше, чем за $15 000. Для кинопроизводства это как $1. Это просто ничего. Он получил фильм Дэнни Треха, просто мило поговорив с его агентом. Ее зовут Глория. Он послал ей цветы, он подарил ей сертификаты на массаж, он сказал, я сделаю все, что смогу сделать, чтобы Дэнни был в моем фильме. Но это все, что я могу ему заплатить. Фрэнки приложил массу времени и сил и добился своего. Дэнни Треха снялся у него. Так, в Милуоки нет 5-звездочных отелей, они поселили его в лучший из тех, что был. Они не могли арендовать нормальную машину с водителем для Дэнни. И в итоге его возил настоящий полицейский на своей машине. Это страшно.
страсть. Фрэнки — этот парень из Милуоки, которому никто не помогал, в которого никто не верил. Он снял этот короткометражный фильм, потому что он по-настоящему был увлеченным. Что-то внутри него говорило: «Я должен это сделать». Я надеюсь, что никогда не потеряю это чувство. Неважно, снимаюсь ли я в фильме, или пишу книгу, или продюсирую фильм, чтобы помочь кому-то реализовать мечты, потому что никто другой в них не верит. Я думаю, пора заканчивать лекцию. Я скажу фразу, которую я стащила у Питера Селлерса. «Мы живем в обществе заурядных людей». Это было давно сказано. Я надеюсь, что на этом этапе своей жизни я буду продолжать вдохновлять людей и помогать людям исполнять их мечты. Я надеюсь привнести в мир кино идеалы панк-рока, вернуть вдохновение в кино. Я буду помогать людям решиться на исполнение каких-то замыслов. Потому что что такое нынешняя музыка? Включаешь радио и не можешь отличить рок-станцию от хип-хоп-станции, все звучат одинаково. Я надеюсь, что каждый что-то извлек для себя из этой лекции.